Доброго всім дня. Дякувати Богу, що знову маємо по Його милості таку можливість зібратися, щоб навчатись. Ми продовжуємо це навчання. Сьогодні у нас другий урок в темі про святість. І, як я вже говорив на попередніх наших уроках, ми все ж таки будемо по російській мові, на російській мові, тому що поки що на українській мові мені не то, що тяжко, а просто більше часу це займає. Тобто урок і так, скільки там ви дивитесь по російській, коли ми навіть по російський урок проводимо, то він десь не менше години, так чи ні? От. Година 20, а я так думаю, що якщо на українській буду говорити, то це затягнеться на більший час. Тобто виключно з цієї причини поки що на російській. Ну, це я говорю для того, бо ми робимо ще й запис, щоб і інші люди могли відтримати від цього благословіння. Не від мене, а від того, що Бог відкриває мене, використовуючи. Так чи ні? Бо ми завжди маємо то пам'ятати. Що б ми не робили, то не самі ми, то Його благодать, то Він діє через нас, і вся слава тільки Йому. Амінь. Давайте ще звершимо молитву, щоб Господь дав нам такий настрій, спроможність, здатність бути такими приймаючими, бути такими зосередженими, зберігати цю зосередженість і здатність сприймати це навчання до кінця цього уроку. Амінь. І щоб ще помолимось, попросимо, як ми завжди просимо, щоб ми не тільки через ці настанови придбали знання, а щоб ми дійсно саму святість мали. Як попередні уроки у нас були про благочестя, про віру. Бо це є різниця – знати про віру, знати про любов, знати про благочестя, та ж навіть розповідати іншим. Це одна річ, але треба то самим мати. Амінь, чуєте? Щоб щось передати, то треба це мати. Тому помолимось, щоб ми не тільки мали знання про святість, а щоб сама святість в нас була. Так чи ні, брати? Господи, про це і молимось до Тебе. Дякуємо, що маємо змогу, маємо цей день, маємо цю милість, навіть серед цих обставин війни, зібратись, Боже, для того, щоб Ти продовжував нас навчати, відкривати нам істину Твою. Ми зараз навчаємось про святість. І поможи нам, Боже, бути чутливими, бути спроможними сприймати це навчання, це слово. Нагадай нам то, що було на попередньому уроці. І то, що сьогодні ти будеш відкривати, дай нам сприйняти, дай нам зрозуміти. Боже, ми молимо також і про те, щоб ти Духом своїм діяв в нас і освящав нас як ті сосуди, про які ти говориш, що ми твої сосуди, і ти бажаєш нас використовувати, як і кожну іншу людину, яка увірувала в тебе. Але для того, Боже, ми просимо тебе, щоб цей процес освячення відбувався в нас під дією Твого Слова, під дією Твого Духа, Господь. Благослови нас, ми прославляємо Тебе, молимо про Твою присутність на цьому місці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хорошо, ми почали цю тему о святості, але я напоминаю, що все-таки, нужно учитывать, що это как бы не отдельный урок или не отдельная тема святости, а мы все же это разбираем такую большую тему в контексте благочестивой жизни. Да? И мы говорили до этого о благочестивой жизни, о ее составляющих. Если я начну все повторять, это много времени займет. Так? Да. И мы говорили, что святость, она как бы, не то, что это, нельзя сказать, что святость и благочестие это одно и то же, но где-то вот какие-то общие черты есть. Мы вспоминали это место в послании Якова. Да, апостола Якова, где он говорит, что истинное благочестие хранить свои уста, язык, и второй стих он говорит, это презирать вдов и сирот, да, просто мы понимаем, что благочестие, оно не просто как бы где-то внутри, оно должно иметь
проявление, оно проявляется в добропорядочной жизни, в почтении к Богу, но оно также проявляется в добрых делах. Ну, особенно Бог обращает в отношении внимания, ну, как бы в отношении, как там слово такое, презирать, но не в смысле с презрением относиться, а как обидеть и реагировать на нужды определенных категорий людей. То есть вдовы и сироты — это не просто только вдовы и сироты. Это категория людей, которые находятся в особой нужде или отверженных людей. Аминь, слышите? Но там еще есть одна строчка: и хранить себя неоскверненным от мира. Так? И вот святость в этом аспекте, она схожа с благочестием, потому что такое святость — это тоже хранить себя неоскверненным. Но не только от мира, как от чего-то внешнего. А на прошлом уроке мы говорили, это хранить себя от самого себя, как бы можно сказать. От страстей, похотей, восстающих на душ. Так? Мы это все говорили в прошлый раз. Мне просто помогайте, потому что я же этот урок веду еще и сестер. И я не помню, что я говорил вам, что я говорил им, знаете, чтобы какие-то вещи я все-таки не упустил. Вы мне как бы подмигиваете, поддакиваете или киваете. Говорили мы об этом? Да. Да, хорошо. Поэтому не будем на этом сильно сосредотачивать. Вот. И я вам в прошлом уроке говорил, что так в этот раз Бог положил на сердце, чтобы... Ну, не то чтобы не уделять внимания, но просто когда я раньше вел эти темы о святости, то много времени, ну, как бы уделялось тому, чтобы как бы убеждать людей, то есть вас, ну, которые научаются, в необходимости святости. Но в этот раз, как бы, ну, так Бог положил на сердце, конечно, мы этому уделили аспект, но мы всего лишь два места Писания взяли, а вы мне сейчас скажите, ну, вот уже какое-то время прошло после того урока, вот как вы сами ощущаете по себе? Вы достаточно убеждены в том, что святость вам необходима? Помните, мы говорили так же самое и о вере, и о благочестии? Это, да, Бог желает, чтобы мы благочестиво, праведно жили, так или нет? Это Его желание, это Его ожидание, Его требование. То есть можно ли сказать, что Богу надо, чтобы мы были благочестивыми, чтобы мы имели веру, потому что без веры говорить Богу невозможно, так или нет? Но также важно, чтобы мы понимали, что вера, благочестие и все другие такие духовные понятия, они нужны нам самим для устройства, для благословения нашей жизни и нынешней, и будущей. Аминь, слышите или нет? Потому что часто люди, вот как бы, ну, это можно сказать, часть такая религиозности, что люди что-то исполняют, что-то делают, потому что они имеют как-то, ну, такой, скажем, неправильный страх перед Богом. Вот есть страх перед Богом, как необходимая тоже составляющая христианской жизни, да, за которым следуют многие благословения, а есть такое как бы неправильное состояние страха. Они понимают, что эти вещи, там, веровать в Бога, там, от чего-то себя хранить, чему-то там не прикасаться, это требование Божье, они выполняют это только потому, что Бог этого требует, а сами они не сознают, что в этом благо для них. Вы слышите? Вы разумеете то, что святость — это благо, ну как-то Бог этого желает, но это и благо для нас. И мы эти два места взяли, да, одно из посланий евреям, 12:14, где написано там, короткий вроде бы стих, имейте мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа, так? И мы с вами говорили, что не увидит Господа и потом, и в этой земной жизни, да, человек, имеющий святость, освящающийся, он будет видеть Господа, ну не в смысле, как в реальности, прямо там образ какой-то, а он будет видеть славу Божию, то есть проявление Божьего действия, то есть Бог будет его избавлять, или Бог будет его как-то по-особенному благословлять, то есть являть свое присутствие или свою славу в жизни человека, который имеет святость. Аминь. И второе место мы читали 1 Петра, 1 глава, там, с 13 по 16 стих. Довольно большой отрывок, не будем его уже вспоминать, но там главная мысль написана: «Будьте святы, потому что я свят». Да, написано так, да? То есть и в этот стих больше нам, ну, больше этот отрывок текста говорит о том, что все-таки мы видим, что святость — это Божье повеление, да? И Бог не благоволит к тем людям, которые не брегут Его повеление. Аминь. Но дальше, что очень важно, вот уже дальше мы перешли
к разбору понятия, что есть такое святость. Слышите? И что нам важно понимать, что нам все-таки, как бы изучая этот вопрос, важно понимать, что есть такое понятие, как святость Божья, то есть Бог. Ну и понятие, если святость мы применяем к Богу, то это абсолютное понятие, абсолютное и полное, да или нет? Бог не может быть чуть больше святым или менее святым. Он свят, аминь, он свет, и нет в нем никакой тьмы. То есть в отношении Бога святость — это нечто полное и абсолютное. Так или нет? Говорили об этом? Так, конечно. В отношении, когда мы говорим, мы все-таки изучаем, вот мы изучаем в данной теме, в данных уроках, больше святость, как понятие, относящееся к человеку. Если мы говорим о святости в отношении человека, то это что, нельзя сказать, что это нечто абсолютное и полное. Поэтому такой я вам говорю вопрос, как бы вы ответили, если бы вот вас спросили, а вы святые или не святые? Кто-то ответил бы частично, да, кто-то бы нет. Да, кто-то нет, кто-то уже да, но еще нет. Вот. Ну, и где-то частично эти ответы правильные. Но тут важно понимать, что если святость человеческая, то скорее святость, которую ожидает Бог, что человек находится в постоянном очищении, освящении. Так? То есть это некий процесс. Помните, мы говорили, что святость, если в отношении человека, это и состояние, и процесс одновременно. Так или нет? То есть это и желание, и действие к освящению, так или нет? Вот что такое святость, которую Бог ожидает от человека. Это не нечто абсолютное, но это процесс. И дальше мы говорили о том, что святость имеет два таких основных определения. Святость — это чистота, а если в отношении Бога это абсолютная чистота, если в отношении человека брать понятие святости, то это постоянное стремление и желание чистоты. Так? Но знаете как, не просто какое-то абстрактное желание и стремление, а действительное. Вы понимаете или нет? Потому что иногда у человека может быть и желание, и стремление, но никак не проявляется в реальности жизни. То есть святость — это действительное желание, стремление более и более очищаться, так? Да. То есть это тоже два аспекта. С одной стороны, мы понимаем, что мы еще недостаточно очищены, и мы говорим: Боже, продолжай нас очищать, святой да освящается еще. С другой стороны, другой аспект, мы понимаем, что даже если мы в каких-то аспектах и были очищены, то мы, живя в этом мире, все равно где-то оскверняемся, так? И мы снова нуждаемся в том, чтобы прийти к Богу и сказать: Боже, вот где-то здесь я осквернился, где-то здесь я допустил что-то, очисти меня, освети меня, так или нет? Отделенность, что значит отделенность? Отделенность предполагает, святость — это не просто отделенность, это отделение от чего-то для чего-то, или от кого-то, но для кого-то. Ну, если более конкретизировать, это отделение от каких-то мирских дел, бесплодных и пустых, для служения Богу. Это отделение от ценностей этого мира и посвящение себя ценностям Царства Божьего. Это отделение от всего мирского и посвящение себя самому Богу. Так, вот в каком плане святость — это отделение. И опять-таки, это, если мы говорим в отношении, если мы применяем термин отделение, святость как отделение к Богу, то Бог полностью отделен от всякого зла, Он ничего общего со злом не имеет, написано, Бог не искушается злом, так написано, Он есть свет, Он ничего общего со злом не имеет. А мы как люди все же, не абсолютно это понятие. Мы в постоянном отделении находимся. И даже то, от чего мы отделились, мы можем опять с этим, так сказать, не соприкасаться, а как? Не даже не соединиться, как написано. Не сообразуйтесь с веком сим. Да, мы можем где-то не сообразовываться, а потом раз так как-то и сообразовались. Понимаете? Вот, и поэтому в этом плане мы должны постоянно бодрствовать. Аминь. Так? Все это я еще повторяю вам из прошлого урока. Так или не так? Да.
И мы остановились на таком важном понятии, которое имеет прямое отношение к святости, к человеческой святости. То есть, по сути, человек может как бы не просто считаться святым, не просто называться святым, а быть действительно как бы святым в определенной мере, если в его жизни происходит освящение. Вот такой термин – освящение. Мы начали об этом говорить, да? Освящение. Это важнейший аспект вот это, вот в понятии святости – это освящение. Не освящение, а как? Освящение. То есть, смотрите, этот аспект, этот термин, он как бы, ну, если больше было времени, можно было и вопрос вам задать, и дискуссию провести. А можно ли этот термин применить к Богу? В определенном смысле да, потому что только Бог освящает, то есть Бог источник, Бог тот, кто освящает нас. Аминь, слышите? Мы, по-моему, в прошлый раз записали самое главное, что освящение – это действие благодати, это действие Духа Святого. Никто не может освящаться без благодати, без Духа Святого. Послушайте, есть очень много, и раньше было, в древние времена, и сегодня, есть много очень учений, даже, ну, можно сказать, и христианских, лжехристианских учений, и нехристианских учений. Много есть там каких-то программ, каких-то действий, которые люди, в принципе, убеждены, что они делают человека лучше. Допустим, там, медитация, допустим, развитие каких-то навыков. Есть целое учение о мудрости, что человек приобретает мудрость и становится лучше. И знаете, в чем, как-то сказать, синус, в чем правда? Что в каком-то аспекте да. Ну, согласитесь, что в любом случае человек, который не имел никакого ремесла, а потом научился каким-то, ну, что-то делать, он однозначно стал лучше, так или нет? Человек, который не имел никаких моральных там вообще принципов, и его как бы, ну, через воспитание, там, или ребенок научили каким-то моральным принципам, он однозначно стал лучше или нет? Человек, который ничего не знал, а потом научился, приобрел какие-то знания, он однозначно стал лучше. Но от этого его сущность внутренняя не меняется. Аминь, слышите или нет? Потому что только Бог может менять саму сущность и естество человека, что и мы называем этим освящением, нейтрализованием ветхой греховной сущности. Вы слышите меня или нет? Поэтому, но Бог не освящается. Богу, ну, это мы освящаемся. Бог не освящается, Он уже святый. Вы понимаете ли? То есть, если этот термин применим к Богу только в отношении того, что Он тот, кто освящает. Но сам Бог что-то, ну, не нуждается в освящении, потому что Он абсолютно свят. Аминь? Это понятно. Двигаемся дальше. То есть первая фундаментальная вещь, мы, по-моему, ее на прошлом уроке зафиксировали, это вот это, которое я уже сказал, что освящение, ну, это то, в результате чего мы являемся святыми, если в нашей жизни происходит что? Освящение. Но фундаментальное откровение, оно должно состоять в том, и это должно быть ваше глубокое убеждение, что нет иного освящающего как-то аспекта или источника, кроме кого? Бога. Если это в простоте записать, то освящение – это действие Святого Духа или действие благодати, да? Да. Но, как и во всем остальном, здесь есть все же наша часть. Вот есть всегда Божья часть, она, конечно, большая, и мы ничего не можем, если Бог эту часть не сделает. Но в то же время есть наша какая-то, хотя бы малая, но тоже часть. Аминь, слышите? Мы тоже об этом с вами говорили. Это, вы это зафиксировали, да? И вот смотрите, Бог использует различные как бы способы, через которые Он производит это действие освящения. И мы их уже перечисляли, давайте, я не помню, на каком мы остановились, но бегло перечислим. То есть такое понятие – освящение через посвящение. Говорили мы об этом? Да. То есть это когда, если в Ветхом Завете этот образ брать, то когда сосуд или нож или инструмент, он отделялся от других людей, очищался,
и использовался исключительно в богослужении. Так или нет? Как это применимо сегодня? Человек говорит, я посвящаю себя на служение Богу. Вот, в принципе, это можете себе записать. Местописание Римлянам, 6 глава. Вот тут это такая, Павел эту концепцию так более-менее в простоте изображает. Шестая глава, можно с 12 стиха. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». И 19 стих, с 18 по 19. Успеваете записать сами стихи, братья? Да. Это же глава с 18 по 19. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши рабы, в рабы нечистоте, можно сказать, как посвящали вы члены ваши». Ну, то есть члены – это все ваше тело и все, что в теле, да? Разум, способности какие-то, да? Как посвящали... как посвящали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконие на дела беззаконные, так ныне представьте или посвятите члены ваши в рабы праведности на дела святые, на дела святые, то есть чистые и прославляющие Бога. Аминь, слышите? Или в простоте, еще больше простоте, можно сказать, что посвящение происходит через служение Богу. Когда человек... А служение, это когда это, опять-таки, не любое дело, которое человек сам себе придумал. Это когда, вот как восьмой шаг называется, «Господь, используй меня». Аминь, слышите? То есть, другими словами, посвящение происходит по мере того, как ты предоставляешь себя вот в этот орудие или этот сосуд, который Бог использует, но так, как Он хочет. Аминь, слышите? Вот масса примеров мы находим в Писании и в реальности жизни сегодняшней, когда, в принципе, люди, когда Бог к ним как-то открывался каким-либо образом, то, в принципе, их реакция какая была? Они в основном как бы не возражали против того, чтобы Бог их использовал. Ну как вот, в принципе, если человек действительно прошел программу реабилитации, дошел до восьмого шага, то, в принципе, можно... констатировать факт, что он в принципе не против, чтобы Бог его что? Использовал. Потому что он понимает, что если Бог будет его использовать, то есть что мы называем в простонародье служением, то за этим следует что? Благословение, устройство, так или нет? Но знаете, против чего мы обычно? Мы, вот где возникает, как-то сказать, нестыковка. Мы не соглашаемся с тем, как Бог хочет нас использовать. Потому что мы, в принципе, соглашаемся, чтобы Бог нас использовал. Но так, как мы хотим Ему предложить, чтобы Он нас использовал. Вы, кто-то меня понимает. А вы согласны с этим? Да. Но даже величайший герой Библии, ну, отец веры, допустим, сказать, Моисей. Да, вот, помните, когда Бог ему открылся в этом кусте, это было явление чего-то действительно. Это было его явление как раз-таки святости Божьей. Потому что сам Бог сказал, не ступай сюда, обутым, это место святое. То есть Бог явил свою святость и говорит ему, вот как бы призвал его, хочу тебя использовать. И в принципе, если мы внимательно посмотрим, Моисей вроде бы там и не видим. Но реакции такой, Господи, оставь меня в покое, я не хочу, чтобы ты меня использовал. Но когда когда Моисей услышал, как Бог хочет его использовать, вот тут возникла проблемка. Так или нет? Да, да, да. Ну и это же тоже образ для нас. Обычно мы так вот и реагируем. В принципе, люди, если мы говорим, да, в программе реабилитации, да, и же касательно церкви, когда человек не в программе реабилитации, а просто в церкви, и где-то он понимает, что Бог его призывает служить, и человек понимает, что нужно служить, потому что во всех церквях здравых учат, что человек должен не просто быть прихожанином, он должен как-то посвящать себя на служение. Так? И в принципе люди не против этого. Но момент наступает тогда, когда часто ведь Бог призывает нас делать, идти куда мы не хотим.
и делать то, к чему мы считаем, что у нас нет как бы способности и желания. Или не так? А как раз таки вот это и есть аспект, важнейший аспект посвящения. Аминь, слышите? Понятно? То есть освящение через посвящение. Очень классно, очень глубоко и емко это все-таки звучит на украинский мове. Освято через посвяту. Понятно это? Следующий аспект мы разбирали, освящение происходит через Слово Божье. И мы записывали, да, Иоанна 15 глава, там стих, где Иисус говорит, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Многие люди, я слышал достаточно часто, люди говорят, все, я уже очищен, я уже очищен. Вот и ссылались на это место Писания. Но что нам важно понимать? Смотрите, как преподаватель Сергей Леонидович Вран говорит, смотрите на контекст. О чем здесь речь? Да, Иисус говорит, ну, что мы из этого места можем взять? Что Слово Божье, оно очищает. Потому что сам Иисус сказал, вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Но окончательно ли и бесповоротно вы очищены? Ну, или те люди, к которым он обращался? Нет. То есть вы очищены достаточно для того, чтобы начать приносить плод. Так или нет? Даже контекст этой главы говорит о том, что ветвь, которая приносит плод. Бог ее что делает? Продолжает дальше очищать. Это созвучно с этим местом. Святой, да продолжает что? Освящаться. Но что мы берем из этого стиха? Что через слово мы освящаемся. Поэтому ну, на прошлом уроке я, по-моему, об этом говорил. Что иногда мы читаем слово, и буквально мы как бы поглощаем прямо откровение. Да, бывает такое? Такое вдохновение, и мы прямо разумение приходит, и мы обогащаемся. А ведь часто, ну, бывает же такое, что вы читаете слово, ну, ничего. Поэтому пусть вас побуждает и меня в том числе, читать вот это место, что даже если, казалось бы, есть время, когда что-то не открывается, мы читаем Слово, мы пребываем в нем, мы слышим проповеди какие-то. Иногда даже слышишь проповедь, она как-то заходит, иногда слышишь, и она как бы, как будто бы, знаете, как мимо ушей проходит. Но Слово Божье, тем не менее, что? Оно все равно нас что? Очищает. Иногда мы это видим, но чаще мы этого не видим и не чувствуем. Аминь. Поэтому пусть это стимулирует нас постоянно пребывать в Слове. Аминь. Насколько я помню, это я еще тоже повторяю прошлый урок. Ну, как-то все не могу от этой склонности избавиться. Но, как говорят, повторение – мать учения, да? Дальше. Освящение происходит через пребывание в среде Божьего присутствия или в атмосфере Божьего присутствия. Это тоже, эту концепцию мы видим вот в Евангелии от Иоанна, в этой же 15 главе, где множество раз повторяется вот это «прибудьте во мне», «во мне», да? «Во мне». То есть освящение происходит через постоянное пребывание или нахождение в среде Божьего присутствия. Так? Можно было это по-простому назвать молитва, но молитва не всегда пребывание в Божьем присутствии, потому что мы понимаем, что, к сожалению, в христианском мире присутствуют у многих просто религиозные молитвы, какое-то повторение слов, просто лишь, ну, как вы понимаете. Ну, да, понятно, сам Иисус говорил, не уподобляйтесь им, которые вот так вот там молятся, они думают, что в своем просто лишь многократном там повторении или в длинном повторении не будут услышаны. Но, говорит, главное, чтобы у вас состоялся этот контакт, чтобы в Божьем присутствии были, так или нет? То есть в Божьем присутствии мы освящаемся. Есть такое место, взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ, то есть в образ Божий от Его Божьего Духа. Кстати, найдите это место, я не помню, ну, запишите его себе обязательно. Слышите меня? Вы поняли, я сейчас процитировал. И теперь мы уже переходим к теме вот сегодняшнего урока. О важности атмосферы, или, ну, атмосферы, в которой мы пребываем, или среды обитания. Вот такие термины, атмосфера или среда обитания. Смотрите, Бог это тоже использует для освящения, для освящения. Но тут что нам важно понимать? Важно понимать,
Для того, чтобы мы продолжали быть святыми или продолжали освящаться, мы должны следить очень сильно за тем, с чем мы соприкасаемся, или как бы с чем мы начинаем сообщаться или сообразоваться. Потому что это слово довольно часто используется. Как бы, вот есть люди, мир, с которым мы должны в каком, мы должны как-то с ними сообщаться, иначе как мы будем им на них влиять, да? Поэтому очень важно, что вот в отношении святости понимать, что мы-то должны с ними соприкасаться и даже общаться или где-то сообщаться, но не сообразоваться. Запишите себе: сообщаться, но не сообразоваться. Вот это мы уже переходим вот к этой второй части урока. И вам важно вот сейчас как бы напрячь немножко свой разум, чтобы понять вот эту концепцию. Потому что как у веры, как у любви, как у благочестия, как у всего Божьего есть противники. Так вот, как также у святости есть как бы противники или враги. Я не знаю, в прошлый раз я, по-моему, говорил найти это место, где оно написано, что худые сообщества развращают добрый нрав. Поэтому что нам делать в отношении худых сообществ? Ну, как бы, с одной стороны, избегать. Но знаете, как бы, вот есть место, которое толкуют часто люди неправильно, и христиане где-то такой практики неправильные. Есть в 1 Коринфянам, по-моему, во второй главе, там, точно не буду утверждать, надо это сверить, чтобы я не ошибся. Но написано, помните, как Павел говорил: для иудеев я стал как иудей, для подзаконных как подзаконный, для там беззаконных как беззаконный, Но, впрочем, как бы, о чем он говорит, как это на современный лад перевести? Для того, чтобы спасать, например, там, людей, которые в наркотической зависимости, не надо самому опять влазить в наркотическую зависимость. Для того, чтобы как-то, например, помогать там людьми, женщинам, да сегодня уже и мужикам, занимающимся проституцией, не надо самим таким становиться. Так, вы понимаете? Не нужно как бы с ними прямо сообщаться, тем более сообразовываться. Но Библия нам прямо говорит, хранить, чтобы сохранять себя в святости, нужно хранить себя от худых сообществ. Потому что они что? Не способствуют освящению, они наоборот развращают добрый нрав. Также я вам говорил записать, прочитать Псалом 1, там эта концепция. Блажен муж, который не ходит, не стоит и не сидит. Да? Вот. Но в законе, но он как бы в противовес, в законе Господа воля его, и он помышляет о законе Божьем день и ночь, и написано, будет он благословен, будет как дерево, посаженное при потоках вод. Так или нет? Но там опять внимательно посмотрите, не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Но это место, смотрите, что важно понимать во всех этих местах, потому что церковь шла по ложному пути, что это они не означают полностью отгородиться от мира. То есть Иисус, когда оставлял учеников, молился Отцу, он говорит: не говорю тебе, чтобы ты забрал их из мира, но чтобы ты их сохранил в мире, потому что мы, как ученики Христа, после того, как мы его приняли, мы возродились свыше, Бог нас оставляет в этом мире, чтобы мы с этим миром как-то все-таки соприкасались, спасая его. Ну как мы можем его спасать, с ним не соприкасаясь? Поэтому нам четко важно понимать, вот мы чуть-чуть дальше поговорим, о совместимости, что есть вещи, которые несовместимы для нас уже. Аминь, слышите? То есть худые сообщества, нам не нужно быть в этих худых сообществах. Нам не нужно, возьмите вот это слово, которое много раз повторяется, не сообразуйтесь, не сообразуйтесь, поразмышляйте над смыслом этого слова. Аминь, слышите? Потому что можно как бы впасть как в одну крайность, так и в другую, все абсолютно отгородиться от всех неверующих, от всех, как бы, признать всех грешниками, всех идущими в ад, и опасаться только самому. И от этого ты не будешь освящаться. Потому что когда мы смотрим пункт какой, Боже, используй меня, то где, как вы думаете, в отношении кого Бог будет тебя использовать? Ну, в отношении людей, которые тоже нуждаются в спасении, а потом в освящении.
Так или нет? Понятно это? Вот. То есть, смотрите, с одной стороны, мы должны себя беречь от худых сообществ, от всех тех вещей, которые оскверняют, так? От негативной атмосферы, от негативного влияния, так? Аминь. Это одна сторона. Но с другой стороны, и это самое важное, вот это самый главный момент в сегодняшнем уроке. Но с другой стороны, ну тут давайте еще первую сторону закончим, то есть мы как бы подведем такой итог, чтобы себе, я не помню, вы писали это или нет в прошлый раз, что атмосфера или среда обитания, она крайне важна для святости или для ее отсутствия. То есть я забыл момент сказать, но в атмосфере, но как бы в среде обитания верующих людей, в церковной среде, там, в среде людей, где люди изучают Слово Божие, где люди как-то сказать с нами в одном духе, в одних мыслях, в той среде мы что? Мы как раз таки освящаемся. Аминь, понимаете ли? Это понятно, что среда обитания или атмосфера, она, ее влияние крайне важно. Либо она что? Способствует освящению, либо она развращает. Так или нет? Это понятно или нет? Поэтому, конечно, этому можно целый урок уделить. Но вы вот момент ухватили, что есть сообщества, которые как-то способствуют освящению, а есть сообщества, которые, ну, мягко говоря, не то, что не способствуют, они даже они не просто нейтральные, они развращают. Так или нет? Да. В общем, с этим аспектом можно подытожить. Но теперь смотрите, вот то, что я говорю, что самое важное для сегодняшнего урока, чтобы мы поняли, что мы также от Бога несем, ну, мы призваны, и мы несем ответственность за то, чтобы создавать вот эту атмосферу. Слышите, атмосферу или среду обитания, благоприятную и для нашего освящения, и для освящения других людей. Аминь, слышите ли? То есть, другими словами, хотя и Бог, и только Бог есть не инструментом, а источником освящения, но Он использует людей, других людей, чтобы ты, соприкасаясь с ними, освящался. Вы слышите меня? То есть, и по сути, церковь – это и есть сообщество освящаемых. Вы слышите? Можно сказать, есть ли церковь, можно ли сказать, что церковь – это сообщество святых? Ну, в определенном смысле да, но лучше сказать, это сообщество освящаемых. Потому что тогда тебе легче будет понимать, почему люди, которые вроде бы должны были быть святыми, в твоем понимании абсолютно идеальными, они не такие. Потому что они не святые, как и ты, а какие? Освящаемые. Кто-то меня понимает? Да. Есть такое место прекрасное. Притчи 27:17. Ну, там важно взять первую часть этого стиха. И я думаю, что как бы это не просто наставление кузнецам или современным слесарям или токарям. Это метафора. Или как, метафора, или аллегория, там написано «железо, железо острит». Так вот, возьмите это место как, ну, вот давайте его возьмем как за основу. То есть, через что Бог использует, ну, мы говорим, Бог тот, кто освящает. Но Он использует разные аспекты, мы их перечислили. И вот дошли теперь к одному из важных, с которым часто у людей преткновение. То есть мы освящаемся, Бог так устрояет все, что Он помещает нас в определенную среду, можно так сказать, в коллектив или в сообщество освящаемых, то есть абсолютно не идеальных людей. И мы порой часто так, я знаю по себе, мы так думаем, вот если бы не этот брат, не эта сестра, там, в церкви или где-то в более мелком сообществе, там, домашней группе или программой реабилитации. Вот у меня бы все было в порядке, а так я постоянно о его углы цепляюсь.
Так вот, важно нам уяснить, что его углы – это не случайность, это не ошибка Бога. Это его угол, ну, понимаете, какой-то угол, шероховатость. Она как раз-таки подобрана специально, чтобы сгладить твою. А твоя, чтобы сгладить что? Его. И именно это и означает, что железо что? Ну, можно сказать, железо об железо освящается. Когда вот железо об железо, вот возьмите ржавое железо и трите его о такое же ржавое железо. И со временем оно станет более и более чистым или нет. Так или нет? Это понятно? Да. Поэтому на нас лежит ответственность, как мы вообще воспринимаем. Ну, потому что часто мы не воспринимаем людей, потому что мы думаем, что они нам мешают в нашем процессе духовного возрастания. Как раз таки все с точностью да наоборот. Услышьте, пожалуйста, с точностью да наоборот порой. Конечно, тут уже тоже. Смотрите, я даю вам задание прочитать первое послание Коринфянам. Но как прочитать? Увидеть вот эту картину. Смотрите, ну, во-первых, мы уже говорили, что есть в этом первом послании к Коринфянам такой парадокс, как он называется, парадокс обращения. Говорили уже мы на прошлом году? То есть Павел в самом начале, обращаясь к церкви в Коринфе, использует это слово там «верные», «святые», да? И потом буквально через пару стихов призывает этих святых быть в единомыслии друг с другом, чтобы не было между ними разделений. Так что получается, что между святыми есть разномыслие, разделение, разногласия? Получается, да. Так что это означает? Что они не идеальные? Да. А в третьей главе первого послания Коринфянам, вообще он к тем же людям говорит, да вы вообще еще плотские. Мы сегодня со служителями собираясь, тоже разбирали эту концепцию. Павел в этом месте не говорит, что они плотские во всех отношениях. Но у них есть проявление плоти, в том, что между ними распри, разногласия. Аминь, слышите или нет? И как-то, оказывается, опять вопрос, что между святыми так может быть? Может. А теперь я вам дал задание, чтобы вы прочитали, потому что если мы сейчас будем это все разбирать, то это много, очень много времени уйдет. А мы сейчас говорим, смотрите, что в факторе освящения важно то, что Бог помещает нас, как я сказал, в сообщество или в коллектив освящаемых. Так? И там есть как наставления одни, так и наставления другие. Вот внимательно, когда будете читать первое послание Коринфянам, то там есть такие места, вы увидите, что в отношении одних людей, одних ситуаций, и в целом, ну, есть и в других местах, ну, в Библии такие места, но это как образец для вас, что не так все однозначно. Смотрите, там Павел пишет, например, удалите развращенного из среды вашей. Да? Так написано. Потому что малая закваска может заквасить что? Все тесто. Так? О каких-то людях развращенных. То есть сам Павел, то есть Бог через Павла, это наставление. Их нужно что? Из среды что? Удалить. Там в книге Екклесиаста есть тоже интересное такое место. Говорит, мертвые мухи портят добрую масть этого мироварника. Ну, знаете, ну, если бы только так было написано, то мы, наверное, бы через одного, если не всех, перечислили бы к этим мертвым мухам, которых нужно вот поудалять, оставить меня одного, и вот, может быть, еще его. И тогда все будет хорошо. Ну, скажите мне, ну, в нашей вот такой несовершенной человеческой природе, мы бы всех причислили к этим мертвым мухам. Так? Но если мы читаем дальше, то там Павел говорит, а к одним будьте там милостивы, вернее, ну, Петр говорит, по-моему, милостивы с рассмотрением, так или нет? То есть не спешите всех людей причислять абсолютно вот к этим мухам и к этим развращенным. Слышите меня? То есть там говорит, а каким-то будьте как бы, ну, на замечании их держите, но как-то не изгоняйте их, не отвергайте их, а каким-то, он говорит, уже простите их и примите их назад. Вы слышите меня? Да. О чем это все в комплексе говорит? Что Бог не ошибся, когда Он помещает нас в среду несовершенных людей, будь то коллектив церкви, будь то коллектив там, малой группы, будь то коллектив программы реабилитации. Аминь, слышите или нет?
Потому что мы друг от друга освещаемся. Это понятно? То есть это главная мысль сегодняшнего урока, потому что часто люди как раз таки уходят из многих, из церквей уходят, из домашних групп уходят, из центра реабилитации уходят. Ну, по разным причинам, но это тоже одна из причин. Они говорят, нет, тут любви нет, все, тут о всех я как-то, у того углы, я все эти углы уже синяки себе понабивал. И все. Или не так. Но железо что? Острит. Давайте возьмем несколько мест Писания. Давайте сделаем так, как мы делали в прошлые разы. Я вам их называю, записываю. Вы, не тратя времени, просто их на слух принимаете, а потом вы их обязательно что? Перечитаете. Но перечитаете вдумчиво, с пониманием, о чем Бог нам говорит, к чему Он нас призывает. Через все эти вот места Писания, которых намного больше. Но я выбрал, вот, ну, как бы, не я даже, я верю, что даже не просто я выбрал, потому что я их и не выбирал, а просто Бог мне их напомнил. Римлянам 15, 1-7. Успеваете писать? Да. Римлянам 15, 1-7. Слушайте. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Давайте немножко подумаем. Дается наставление. Кто это сильный? Явно речь не о физической силе. Более совершенные должны сносить немощи менее совершенные и не себе угождать. Ну как реально в практике чаще всего? Если человек более совершенный, он так старается поступать осознанно, а порой неосознанно, что те, которые менее сильные, они должны ему что? Угождать. А здесь Бог говорит, для здорового коллектива, в котором вы будете вот освящаться, должно действовать вот такой мой принцип, принцип Царства Божьего. То есть более что сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать, а кому угождать. Ну, по сути, им угождать. Но внимание, здесь совершенно не говорится о человекоугодничестве. Понимаете, что такое человекоугодничество? Человекоугодничество – это когда потакать прихотям. Когда, ну это другая отдельная часть, ну, темы, это очень негативная вещь, потому что это плотское проявление или такая душевность в негативном смысле. Когда мы, ну мы или другие люди, особенно это касается родственников зависимых, они что делают? Они потакают, они угождают прихотям и похотям. А здесь говорится о слабостях. Вот это очень важно. То есть, что мы должны, где мы должны людям угождать, в чем? В их что? Слабостях, где они еще не совершенны. Но не в их прихотях и не в их похотях. Аминь, слышите? Читаем дальше. Это все наставление, это принципы Царства Божьего, здоровой атмосферы. Дальше. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Обычно как всегда у людей ветки, ну, плотские. Это мне должны все что? Угождать. Во благо к моему назиданию. Вот чтобы я назидался, все должны мне угождать. А Писание говорит, смотри, для того, чтобы ты назидался, для того, чтобы ты духовно зрел, для того, чтобы ты освящался, это ты должен понять, что ты должен угождать ближнему. Но опять-таки, не человекоугодничество, не о человекоугодничестве, а как? Во благо к назиданию. И дальше идет сноска, как бы, пример ставится сам Христос. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. А все, что было написано прежде, написано нам наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует нам быть единомысленны между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Аминь. Вот в этом отрывке текста, который я сказал, с первого по какой? Седьмой. По седьмой стих.
Вот основными, так бы, как бы, они тут все стихи важны, но основными, вот как бы основными, вот все-таки я бы взял второй. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Смотрите, простой стих. Вот делать, если мы будем это делать, стараться, вы увидите, как атмосфера в коллективе начнет меняться. Слышите? И стих 7. Принимайте друг друга, как Христос принял вас. Это очень глубокий стих. Смотрите, обычно мы притыкаемся то, на почему мы так притыкаемся по людей. Потому что мы не хотим их принимать. Вы понимаете, что значит не хотим их принимать? Но они не соответствуют нашим что? Ну, критериям. Ну, а Павел так бы очень, ну, я верю, что это не просто Павел, а Дух Святой так написал. А как ты думаешь, а ты соответствовал, когда тебя Бог принял, ты соответствовал его, ну, всем его критериям? Какой ваш ответ? Нет. Да и близко нет. То есть Христос тебя принял, когда ты вообще был полным несоответствием. Аминь, слышите? И поэтому место это говорит, принимайте друг друга, как и Христос принял что? Вас. Вот эти два стиха, они, если мы ими проникаемся, если мы стараемся их внедрять, они создают атмосферу, в которой мы что? Освящаемся. Слышите меня? Но это не просто, потому что, как вы думаете, простое вот такое плотское человеческое естество, я же вам сказал, что вы когда будете читать эти стихи, вы вдумаетесь в них и подумайте, как, ну как вот на самом, ну как это сказать, не то что на самом деле, ну как больше вот в реалии человеческих, ну таких вот, оно с точностью да наоборот. Совершенные, более совершенные пытаются сделать так, чтобы менее совершенные угождали им. И мы говорим, ну вот, и другое, что мы не хотим принимать человека. Да ты вот то не так, и то не так тебе. То есть, по сути, мы не принимаем человека. Понимаете или нет? Подумайте над этим. Следующий, еще один стих. Вообще, следующий, знаете, прочитайте всю предыдущую главу Римлянам, 14 глава. 14 глава. И вот как вы думаете, о чем она? Вот как на ваш взгляд, о чем она? К чему, ну как бы, не то, что о чем она, а какая главная ее мысль? Это задание вам, ну и всем, кто будет слушать. Даю как бы подсказку. Я думаю, что особое внимание нужно уделить на стих 21 до 14 главы, где написано, лучше тебе не есть мясо, здесь, кстати, не о мясе говорится, а сам принцип, знаете, здесь не надо сразу туда применять, что не надо есть мясо, ешьте спокойно мясо, то есть это не об этом, но смотрите, сама мысль, лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или не изнемогает. Ну, о чем здесь Павел говорит? О чем говорит? Что мясо нельзя есть, то нельзя. Нет, он говорит, ну, ради души, ради спасения брата, который еще не имеет такого, может, разумения, как ты, ну, не делай каких-то вещей. Он может сказать, да я ж правильно делаю. Ну, да, ты правильно делаешь, но лучше не делать. Вот какое-то вот такое объяснение. Ну, в общем, вы прочитайте 14 главу, попытайтесь подумать о чем. Знаете, кто-то ее читает с позиции как закон. Ну, вот как будто Павел писал, чтобы сообщить на сегодня, как нам, и как говорят, так непонятно нам что, нельзя есть мясо, нельзя пить вина. Ну, про вино, да, ну, в нашем случае нельзя. Вот. Но как бы, ну, она не об этом, она а как раз-таки об атмосфере принятия людей. Аминь, вы слышите? Попытайтесь это увидеть. Галатам 5:13-16. Тоже интересные места. 5:13-16. К свободе призваны вы, братья. То есть вы уже свободны, то есть свободны, вольны, знаете, как-то вольны делать, ну, сами принимать решения какие-то, так? Только вот только бы свобода ваша не была
угождением, то есть не стало бы поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Аминь, слышите, сказать? Вот как мы, как люди сегодня, да я уже свободный, свободный, а тот не свободный, что он, пускай он сначала освободится, изменится. Вот здесь говорится, да, ты призван к свободе, и только бы свобода твоя не стала поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете изгонять вожделение плоти. Ну, может быть, до 15 стиха. Такое предупреждение. Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, то берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. То есть вам тут и дьявол не нужен. Аминь. Слышите ли? Понятно это? Да. Галатам 6:2. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляете такового в духе кротости. То есть исправляете. Не сказано, что как бы что. Ну, все как бы не замечаете там, спускаете, а как? Исправляете такового, но в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Аминь. Евреям 10:24. Тоже очень важный стих. Просто важный, короткий стих. Написали Евреям 10:24. Будем, я бы добавил, да будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вот это, слава Богу, что вот брат Андрей поднял эту тему. Надо быть внимательными друг к другу. Аминь, слышите? Будьте внимательны друг к другу. Это место, еще место там, 1 Петра 3:8-17. 1 Петра 3:8-17. Уже сами прочитайте. Не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательство, там написано. Это все места, которые говорят, как создавать вот здоровую атмосферу, здоровые взаимоотношения. Аминь, слышите? Да. Ну и в конце концов, Евреям 12:14, вот это место, с которого мы начали, имейте святость, без которой никто не увидит Господа, в полноте этот стих как звучит? Имейте мир со всеми. Так или нет? И святость, без которой никто не увидит Господа. Ну, в конце концов, прочитайте, ну, если вам не хватит сил на снаги, ну, читайте, я вам дал прочитать это Коринфянам, чтобы вы увидели. Ну, читайте первое послание Иоанна. Сколько раз там апостол, ну, мы же верим, что Дух Святой, не просто сам апостол, Дух Святой говорит о братолюбии, да? Что кто брата, кто говорит, что люблю Бога, а брата своего что? Ненавидит, тот во тьме ходит, тот лжец, там разные написаны. Так или нет? Ну, я думаю, что этих мест уже достаточно, чтобы слышите, убедить нас, чтобы мы прониклись важностью того, как, что мы сами ответственны за атмосферу. Слышите или нет? Это понятно? У вас еще остались силы, или на этом закончим? Отложим на следующий раз, да, еще одну часть. Хорошо, все махают, да. Нужна себе одна часть, но мы поговорим очень коротко, ну, потом, ну, как очень коротко, если уже у нас будет время, то, может, не очень коротко. Уже сестрам я эту часть лепил к этой и увидел, что она не очень хорошо. Но я просто как бы скажу, что мы поговорим о врагах святости, но не о всех, потому что, ну, как бы, ну, о таком враге, ну, который, ну, очень, как бы так сказать, незаметный. И я вам тоже даю задание, разберитесь с таким термином либерализм или либеральность. И вот мы поговорим об этом.
Но сразу скажу, что нельзя этот термин либерализм и либеральность считать абсолютно каким-то злодейским, дьявольским или плохим. Но важно с этим разобраться. Потому что, ну, я думаю, что это не только сегодня, но сегодня есть этот так называемый дух либеральности, который проникает очень сильно в христиан. Ну, как мы сказали, вы же сами сказали, что давайте закончим, давайте уже так и закончим. Мы сейчас что-то так начнем, то и пойдем еще дальше. Давайте помолимся вот о той части, чтобы мы понимали. Вот мы сегодня больше говорили все же, я вам напомнил аспекты святости, но больше сегодняшний урок был о чем? Об освящении, о тех факторах, которые Бог использует. И самый главный фактор, который мы сегодня разбирали, ну не в смысле он самый главный, а тот, который мы сегодня разбирали, это атмосфера. Где-то мы должны сторониться худых сообществ, но также должно быть понимание, что мы не должны сторониться мира, что мы не должны, как эта соль, замкнуться в солонке, чтобы сохранить свою соленку. Аминь, слышите? И мы ответственны все-таки за атмосферу, потому что где-то атмосфера влияет на нас, а где-то мы призваны влиять на атмосферу, на среду обитания. Аминь, слышите? И все вот эти места многочисленные, но их намного больше, они как раз таки говорят о том, как создавать здоровую атмосферу и для духовного состояния, и для состояния эмоций, чувств и всего остального. Особенно мне вот что-то запомнилось это место вот в Евреях. Будьте внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Боже, помоги нам быть таковыми, помоги нам все это исполнить, помоги нам понимать, что те люди, которыми ты нас окружил, ты не ошибся с этими людьми. Если о кого-то мы притыкаемся, то только для того, чтобы вот железо железо острило, а человек человек. Помоги нам понимать все эти аспекты твоего замысла, нашего освящения, чтобы более и более мы становились святыми, как ты свят. И чтобы мы видели через присутствие святости этого процесса освящения в нашей жизни, чтобы более мы видели твоей славы, твоего присутствия. Дай нам уразуметь, способность уразуметь то, что ты нам давал через сегодняшний урок. Благослови всех, кто будет это в записи слушать, чтобы к ним пришло разумение, осознание и сама святость. Молимся тебе об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.